Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Ну что, погода у нас не улучшается. А нам нужно съездить в русский магазин. Но это уже другой русский магазин. Сегодня я с шофером. Покажу вам, что там интересненького. Идет снег с дождем. Ладно, поедем мы. Такси подано. Блин, как холодно. Сколько у нас сегодня градусов-то? Холодно. Какие апельсины. Вот они сладкие. Видите? Вот они сладкие. Это вообще сладкие. Мандаринчики. Со скидочкой. Гранаты, хурма. Там что у нас? Ага, ой. Тут у нас яблоки. Тут картошка. Кстати, хорошая картошка. Капуста. Сегодня хочу приготовить тушеную капусту в мультиварке. Сейчас я ее нашинкую и будем с вами готовить. А также нам понадобится еще лук, перчик такой красненький для пикантности и морковка. У нас получилось вот такая вот капусточка. Вы видели, сколько капусты было? Полная чаша. А сколько стало? Такая вот она сочная, не жареная, а тушеная, именно тушеная в своем собственном соку.
такая вот, еще видите, готовится. Ну и такая капусточка у нас получилась. Аппетитная, вкусная. Всем приятного аппетита. А у нас сегодня будет распаковочка посылочек, которые я заказала в Черную пятницу. Вот уже пришли. На Джуми заказывала. Сейчас посмотрим, что нам тут пришло. Заказывала много, поэтому не знаю, что здесь пришло. Ну что, приступим. Начнем, наверное, с маленького. Так, сейчас мы тебя вскроем. Ага. Вот. Это пришла книжечка на телефон. Вот. Заказала. Для подруги. Просила меня, чтобы я ей заказала. Ссылочки все будут под видео. Для телефона. Угу. Кстати, качество вообще хорошее. Все так прошито. В общем, мне нравится. Даже вот такая вот есть. Сюда вот вдеваешь. Да? Вот такой вот еще есть ремешок. В общем, здорово. Это силиконовая, мягкая, не твердая. Если из 10 баллов, то все 10 можно поставить. Здорово. И на магнитике. Очень даже неплохо. Так, следующая посылочка. Что у нас тут? Надо аккуратненько открывать. Ага. А это у нас пришел чехол на мопед. Вот такой вот будет чехол на мопед. Но это должен уже Саша попробовать. Так, еще одна посылочка. Вот такая вот картина. Правда, я сама не знаю, как это все работает. Ее нужно украшать или клеить. Вот. Бисером. Это будут маки. И потом ее в рамочку. Я боюсь, чтобы что-нибудь маки у нас. Такая вот картина. И вот, вот такое вот приспособление. Хорошо. Не, ну вообще качество очень хорошее, кстати. Прям, а, поняла я, почему тут клеенка, потому что там клей. Вот там клей, и надо их приклеивать, диаманты эти. Называются так, диаманты. Ну, супер. Осталось теперь только упаковать. Все, ждем следующие посылочки. На этом все. Понемножку, день за днем. И скоро будет Рождество. И вот 24-е, самый последний. Самое последнее окошечко. И такое оно большое. Так что Рождество приближается. А за окном вот такая вот у нас погодка. Дождь со снегом, туман. Одним словом, декабрь. Сегодня у нас уже 9 декабря. Скоро Рождество. А скоро кому-то день рождения. Вот мои красавицы. Меня радуют. Цветут постоянно. Я их высаживаю сама, вернее, рассаживаю. Сейчас покажу, как. Отрезаю вот здесь вот маленький такой стебелек. Потом, когда он пустит корешки свои, сажаю его. А через время получаются вот такие детки. Вот такие мои красивые фиалочки. Радуют меня постоянно. Цветут,
Круглый год. Вот, кстати, сейчас одна еще будет свисти. Фиолетовая. Да. Тут у меня еще и белые есть, но они еще спят. Скоро зацветут. Ну а на этом все. Я буду заканчивать свое видео. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, колокольчик и пишите свои комментарии. Заходите ко мне в гости в Инстаграм, пишите мне, может быть, у кого-нибудь есть тема для видео, напишите, что вы хотите увидеть, я вам сниму, покажу. А мы увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока и до новых встреч!